Внимание, инсайдерская информация. Путин, понимая неизбежность проигрыша в войне и будущей выплате репараций, заблаговременно начинает договариваться с Западом об условиях и порядке расчетов. Путин предлагает конфисковать деньги на счетах беглых российских олигархов в пользу фонда восстановления Украины, но при условии, не взимая средства из российского резервного фонда, который был заморожен с начала СВО. Путин, в свою очередь, просит гарантии безопасности и неприкасаемости личных средств своей семьи. Напоминаем, что Кабаева живет в Швейцарии, одна из дочерей Путина в Германии, вторая в Голландии. Все эти деньги пойдут на скорейшее восстановление Украины. Пока идут тайные переговоры, у нас гибнут люди. Но для Путина это всего лишь очередной рычаг давления, чтобы выторговать личные интересы. Не смог выиграть войну, но хотя бы проиграть красиво хочется? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И слава Украине!